Я себе позволю то, что себе не позволяет никто. Спасибо, дядя Саша. Добрый день, дорогие наши первокурсники. Мы рады приветствовать вас в стенах самого лучшего университета в войне. Студенческий совет поддерживает любые инициативы и идеи. Я уверена, что каждый из вас найдет то дело, то направление работы, которое будет вам по душе. Полезная информация. Лучше подписаться на группу студенческого совета, потому что в пятницу 13-го вас ждет квест первокурсников. Но места ограничены, поэтому кто успеет, тот будет участвовать. Со стороны студенчества хочу пожелать вам успехов, чтобы вы добились высот, тех, о которых мечтаете. Поздравляю вас, жду в студенческом совете. Ура!